самый простой вариант задачи обобщения. Бывают разные очень красивые задачи, когда там есть какая-то сложная такая геометрическая штучка, и ей там упаковывают все пространство или всю плоскость, там такие красивые узоры. Это все слишком сложно. Для меня я буду говорить простые вещи, а мы будем видеть, у нас будет исключительно квадрат. Так что с геометрической точки зрения замощение очень простое, и значит, мы просто на него будем все так прикладываться ровно друг к другу. Но, конечно, должна быть какая-то сложность. Сложность состоит в следующем. На плитке имеются некоторые цветные края. Ну, поскольку, давайте я буду просто вместо цвета писать буквы здесь. Цвет А, цвет В, там цвет А, цвет В. Когда шприки заранее имеется некоторое конечное число цветов. Задача стоит в том, что имея неограниченную скидку на фабрике, выпускают только вот эти плитки. Такого типа, такого и все. А задача стоит в том, чтобы, имея сколько угодно плиток каждого типа, по возможности выложить ими всю плоскость. Ну вот если у нас плитка такая, то это можно выложить или нет? Можно, просто все можно только открыть всегда ее укладывать, и как раз все будет соответствовать. То есть у нас получится по горизонтали и по вертикали, а никаких проблем. А если у нас, скажем, плитка только такая, которая здесь, там, я не знаю, АА, а здесь ББ, можно выложить или нельзя? Есть только одна такая плитка, и поворачивать их нельзя. Их можно только вот как они есть. Мы договорились, что можно просто перемещать параллельно. Переворачивать. И не переворачивать нельзя, не поворачивать, не переворачивать. Нет, это на самом деле не очень важно, но просто чтобы не заморачиваться, давайте считать, что нельзя, и так проще. Значит, ну, а почему такой плиткой нельзя в одну плоскость? Как это сказать в одной фразе? Посмотрим на плитку, которая располагается над ней. Значит, чтобы сюда нужно, ну, под ней, значит, чтобы сюда положить, нужно положить плитку, у которой сверху А. А такой плитки у нас нет. Значит, я просто прошу такие идиотские примеры, чтобы понять, просто так, мы договорились, в чем стоит задача, чтобы не было недоразумений. Поэтому вот из одной этой плиткой ничего нельзя сделать. А допустим, у нас есть две плитки. На одной написано вот так, а на другой наоборот. Здесь ББ, а тут АА. Тогда можно выложить или нельзя? Можно. А как объяснить, почему можно выложить? Кто понимает? Как можно вот двумя этими плитками можно выложить всю плоскость? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, ну вот как это сделать, объясните. То есть, ну вот скажем, если у вас имеется горизонтальный ряд, что в нем будет идти? Зачем там лучше давать? То есть ясно, что вот эту надо прикладывать к этой, да. А справа можно прикладывать снова эту. То есть они как на шахматной доске будут как же чередоваться белые и черные. А теперь в следующем ряду над этим рядом что будет? Тоже будут чередоваться белые и черные, но как их нужно расположить? Сдвинуть на единицу надо. Стол? Ну надо как бы в шахматном порядке. То есть надо, вот есть, над этой, если эту плитку обозначить 1, а эту 2, то будет 1, 2, 1, 2, а здесь наоборот они будут сдвинуты. Ну и более-менее понятно, что это однозначно. Почему это однозначно? Можно как-то объяснить, что никого другого? Ну можно, конечно, наоборот начать с 1. Но почему есть только две раскраски, два замощения? Как это объяснить? Начнем с первого типа клетки. Если у нас в какой-то клетке стоит, допустим, эта плитка 1, то понятно, что над ней стоит только второго то типа. Над ней может стоять только два, и справа может стоять только два. Ну а соответственно, да. И дальше, то есть сейчас в одной плитке она может быть либо 1, либо 2, но дальше уже все определяется однозначно. То есть вот такая вот картинка. Значит, говорят, что это замощение периодическое. Но как бы вы определили, что такое периодическое замощение? Как это вообще? Ну так интуитивно понятно, что как бы что-то такое повторяется. Но как бы вы дали математическое определение? В каком случае замощение называется периодическим? Переходит в себя при параллельном переносе. То есть если есть такой, можно вот так сдвинуть, поворачивать мы не можем. Мы и плитки не поворачиваем, и замощение не поворачиваем. Если можно так сдвинуть, что оно просто в точности перейдет в себя. Понятно это? Значит, то есть, ну давайте формально скажем, что если есть некоторый вектор,
то он называется период, ну целый период замощения. Если плитки X и X плюс T всегда одинаковы, понятно, что такое период. Тогда скажите мне, вот в нашем замощении шахматном, какие есть периоды? Кто считает, что он понимает, какие есть периоды в шахматном замощении? Период — это, ну, если представить себе его, что это замощение на какой-то такой прозрачной пленке, то это значит, что период — это можно всю пленку сдвинуть, и она наложится в точности на себя. Ну, вот у нас как бы есть такая шахматная доска, но на прозрачной бумажке. Ее как-то можно сдвинуть, и она наложится на себя. Спрашивается, какие будут периоды в... Кто понимает, какие... Как, ну, вот, сдвиг у нас на какой-то вектор прямо m. На m, допустим, вправо, а на n вверх. И вот есть наше шахматное замощение. Спрашивается, при каких m и n такой вектор сдвига будет периодом? Кто считает, что он понимает, при каких m и n вектор будет периодом? Так, слушайте, ну, тогда объясните, что непонятного. Что такое шахматное замощение или что такое период? У вас есть шахматная доска. Вы представьте себе, что у вас есть шахматная доска, и вы эту пленку на себя, кальку на себя сдвигаете так, чтобы она совпала. Насколько можно сдвинуть, а насколько нельзя. Вот при каких, в каких случаях можно сдвинуть на МН, и она на себя наложится? Значит, если она на 1,1, вот давайте разберем случай на 1,1. Значит, у нас была такая картиночка. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 и так далее. Значит, сдвиг на 1, 1, это значит, что мы сдвигаем на вот так. Ну и действительно, вот, ну как шахматы, слоны ходят. Когда слоны ходят, то у них цвет поля не меняется. То есть если мы будем сдвигать по диагонали, то доска перейдет в себя. Так, ну что, понятно, что это период или непонятно? Ну скажите, когда, какие еще бывают периоды? Что? Вообще. Что? Вообще любые. Ну, значит, вот, например, значит, 1,1 период, а 1,0 не период. Потому что если вы сдвинете сюда, то 2 перейдет на 1, а 1 перейдет на 2. Значит, а вообще твои периоды будут, если что, еще раз скажите. Если сумма m, m и n. Если m плюс n черт. Ну, более или менее, если m черно, то оно не меняет цвета. Ну и значит, ну, черт. Чертность определяет, меняет же цвет. Значит, либо мы оба раза не меняем, либо мы оба раза меняем. То есть может быть случай, когда оба черные или оба не черные. Ну а вот если написать в виде одной формулы, то эта формула будет m плюс n черт.